Друзья, всем большой привет от Степаши и Маняши. Посмотрите, как наши дружки присосались к вкусняшкам, которые им принесла Инна Евтушенко, которая очень любит парк Львов-Тайган. Приехала сюда подготовленной, и для всех у нее есть вкусные угощения. Вот так вот, друзья, люди смотрят ролики из Тайгана, влюбляются в Тайган и его обитателей и приезжают уже подготовленными. Оп-оп! Да, эти шустряки, конечно, не такие шустрые они, как капуцины. О, те бы мигом уже выхватили и утащили что-нибудь. И не только вкусняшку. А могут и очки утащить, и телефон, и кепочку. Все, что можно утащить. Эти ребята более такие спокойные, но тоже попроказничать могут. Оп-оп. Намекает, что неплохо бы добавочки. Но всего, как говорится, хорошего понемножку. Потому что, когда много хорошего, то это уже не так ценится. И вообще все хорошо в меру, как говорил Неру. Что ж, друзья, спасибо за ролик Инне Евтушенко. Да. Вам за ваши лайки и комментарии. Всем мира и добра. Пока-пока.